Всем привет! И вы на моем канале Unicorns Blog. Сегодня у меня обзор на мою тетрадку, где я делала всякие наклеечки. Вот здесь недорисованные рисунки. Вот здесь это я типа занималась. Вот здесь одежда для Барби, кроссовка, скетчбук это 5 августа, скетчбук, одежда и кроссовки. Вот кроссовок нету, зато есть ботинки. Вот, а вторая часть, а вторая страничка, это 6 августа смайлики, вот такие разные. А здесь 9 августа ногти. Я вот здесь вообще порвала и закрасила, потом вообще порвалось. Потом я ничего не сделала. Вот здесь я потеряла. Вот здесь вот ногти еще. Вот видите, я вот так бумажкой, чтобы красиво было, я бумажку туда клею. Теперь канцтовары. Это тетрадка, линейка, фломастеры и книгу с карандашом. Вот это у нас Simple Dimple и Pop-It. Вот Simple Dimple, Pop-It, вот Simple Dimple, вот Simple Dimple. Это Pop-It, это Pop-It, это Pop-It. Это примеры. Если у меня есть, например, Диана подписчица, она должна решить пример 40 плюс 30. И вот так все. Вот здесь написано Катя 5 плюс 5. Вот здесь написано Наташа 80 плюс 10. Вот здесь Максим 102 минус 2. Вот здесь Даник 56 минус 20, плюс 25. Патчи. Здесь вот такие две патчи. Я хотела сюда делать. Потом рисовать сложно было. И я не сделала. Это холодное сердце. Эти наклейки я не делала сама. У меня был такой набор, где такие раскраски, на которые похожи, огромные на три распечатанные. И 100 наклеек там Эльзы были. Вот здесь вот еще вот такие Эльзы, звездочки вот такие. Здесь ногти. Опять вот такие ногти. Вот здесь такие звездочки, а вот здесь уже ногти вот такие. Вот, две пальчика, вот такие, две руки, как кисточки. Это здесь маски вот такие, клубничная маска, радужная и такая. Не знаю, как назвать его. Ладно. Это значки на рюкзак. Вот здесь сердечко, попыт, сердечко, пончик. А вот здесь я не знаю, что. Вот здесь коробка, вот здесь зайчик. И вот здесь попыт, кружочек. Вот здесь рубашечка, значок, такой тортик. Вот такая губка, вот такой цветочек. А дальше у нас вторая часть Эльзы. Я вот здесь три наклеечки потеряла. Вот такие классные, смотрите. Вообще, вот мне вот это нравится. И вот это, мне вот это тоже нравится. Вот такие у меня тетрадочки. Так, потом у меня, тетради, вот такие тетради у меня есть, вот, это типа, белый тетрадь, это с цветочками, это тоже с цветочками и сердечками, а это с огнем, вот, рисунки у них такие, цветочек, огонь, всякие там. Так. Потом у нас... деньги. Вот здесь $1, $50, $20, $100, $21. Вот здесь я один неправильно взяла.
Вот здесь 60 долларов. 60 или 60. 30 долларов. А вот здесь уже мои любимые сладости, мороженое, чупа-чупсы, конфеточки. Вот такого мороженого, кексик. Вот. И цветы, вот. Смотрите, вот такие классные цветы. А вот здесь уже вообще классно. Это пакетик был, такой телефон. В подарок у нас лежал... Не в подарок, а наклейка у нас лежала вот такая. И сам пакетик был наклейка. И вот так наклеить нужно было. Вот здесь iPhone, вот здесь Samsung. Вот. Вот здесь третья часть ногтей. Ногти. Вот, смотрите, какая красавица. Вот здесь есть же тетрадь, я вам показывала. Вот где... Вот такой тетрадь же есть. Подойдет к вот такому маникюру. Вот еще такие. Классно, ставьте лайки. Ставьте лайки. Ага, ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Вот, она здесь под, ну, вот так и делает. И лайк, лайк. Лайк. Вот здесь Among Us уже классно. Вот, вот такие Among Us-ки. Вот эта лялечка Among Us. Вот, ладно. У нас здесь, ой. Вот, овощи. Вот такие овощи, капусточка, клубничка. Это огурец, наверное, это баклажан. Это вот это морковка, это лук. Вот здесь фрукт. Это груша, это авокадо, это клубника. А, нет, вот здесь помидор, я запуталась. Вот здесь малина, вот здесь арбуз, вот здесь апельсин, наверное. Вот здесь кукуруза, вот здесь банан, вот здесь тыква. И маркеры. Я вот здесь делала второй части. А вторая часть я делала, потом куда-то потеряла. Или не потеряла, или делать не хотела. Вот и все. Наш ролик подошел к концу. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пока-пока.